Друзья, с вами школа вязания Лорен Вулхард. И сегодня в нашей рубрике «Лайфхак по средам» вот такой замечательный край. Вот такая чудная отделка. Нам понадобится основная пряжа, которую будем вязать, и дополнительная тонкая нить. Эта дополнительная тонкая нить может быть такого же цвета, как и основная пряжа, а может быть, вот сейчас я буду использовать клеевую нить. То есть это не обязательно, но при оформлении вот такого края, который можно выполнить на любой однофантурной машине, мы получаем вот такую разделенную внизу планочку. Клеевая нить поможет нам сразу получить планку, объединенную при первом же отпаривании, потому что клеевая нить внутри просто склеит нашу планку, и она не потребует дополнительной обработки, дополнительной сборки. Ну а теперь давайте приступим. Если моя основная плотность вязания, предположим, 7, то я устанавливаю плотность 5. Выдвигаем 3 иглы в рабочее положение, ну, скажем, с 15 по 13. Отступаем на ширину, удвоенную ширину желаемой бахромы. И еще раз набираем 3 петли. Далее я возьму и отрежу подлиннее клеевую нить. Еще раз, вы можете использовать обычную нить, не обязательно клеевую. Выполняем петлю обвива на внутренней игле и противоположной внутренней игле. Провязываем 2 ряда. Берем нашу дополнительную нить и снова ею выполняем обвив. Продолжаем вязать, выполняя обвив вспомогательной нитью в каждом втором ряду. Рядов вяжем в 2 раза больше, чем нужно набрать петель для нижнего края. Продолжаем вязать на нужную длину. На примере небольших образцов хочу вам показать, почему нужно выполнять этот обвив, который мы выполняем дополнительной нитью. Посмотрите, здесь дополнительная нить есть. Я получила плотный, стабильный край, который не распускается вообще никак. Петли нижнего края ведут себя очень стабильно. В этом же образце мы видим, что вспомогательной нити, которая закрепляла бы внутренние петли, нет. Поэтому со временем мы получим край, который будет просто неряшливо, вот таким образом неряшливо распускаться. Поэтому, чтобы этого не происходило, я и закрепляю нитью внутренние петли. Самое время петли закрыть. Кстати, вот такой способ закрепления можно использовать, например, при вязании шарфов. Если вы хотите получить вот такие протяжки с одной стороны, с другой стороны, конечно, вы неизменно будете сталкиваться с проблемой, еще раз покажу, вот такого распуска этих краевых петель. Такой же способ закрепления очень надежно фиксирует петли, и даже если сильно потянуть, смотрите, деформации петель, к которым крепятся протяжки, не произойдет. Закрываем петли. Оставляем последнюю закрытую петлю на игле. И дотягиваем нить до противоположного края. Вот так.
не снимая петли слева, оборачиваем вспомогательной нитью, которой закрепляли петли, петлю для того, чтобы она тоже была зафиксирована, и закрываем и оставшиеся. Нить не обрезаем. Берем в руки декер и начинаем навешивать за полупетли одной и противоположной стороны нашу отделку. Набираем попарно за полупетли, навешивая необходимое количество рядов. После того, как все петли навешаны, иглы выдвиньте в переднее положение, перейдите на расчетную плотность и вяжите далее выбранным узором, либо просто гладью. Что ж, а теперь я хочу вам показать еще один очень интересный вариант оформления с такой же бахромой. Например, если нам захочется использовать ее внутри полотна. Здесь мне помогут либо гартер-бар, либо многоигольные декеры. Можно использовать декера с крышкой. И работу временно откладываем. Теперь точно так же на иглы навешиваем бахрому, заранее подготовленную. Ну а если у вас пока такого декера нет, можно воспользоваться просто бросовым полотном. Одним движением верните петли на иглы машины. Переведите иглы в переднее положение и продолжите работу. И получаем вот такую шикарную отделку. При желании бахрому можно разрезать. Ну а мы с вами пойдем и отпарим нижнюю часть. По итогу мы получили вот такой интересный результат. Вы можете использовать одну бахрому в качестве оформления края. Вы можете использовать несколько слоев бахромы. И главное, что все это можно выполнить на обычной однофантурной машине. На абсолютно любой, даже самой простейшей. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить ему лайк, написать комментарий и, конечно же, подписаться на наш канал.